Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством Банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 25 апреля, и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от MaxiForex. После выхода экономических показателей по условиям деловой среды и оценки текущей ситуации в Германии, единая европейская валюта вновь попала под давление продаж, поскольку фактические цифры оказались хуже прогнозных оценок. На этом фоне пара протестировала минимум в области 1.2955, однако встретила здесь интерес к новым покупкам. Инвесторы решили воспользоваться снижением курса и открыть позиции на более выгодных ценовых уровнях. В этих условиях евро-доллар возобновил подъем и на торгах в Лондоне достиг максимального уровня на отметке 1.3034. Тем не менее, не слишком позитивный настрой в отношении к единой валюте продолжал привлекать интерес к ее продаже, и до конца дня медведям вновь удалось продавить пару в зону недельных минимумов. Однако спрос на этих уровнях оказался устойчивым и позволил быкам на исходе торгов вновь поднять котировки и закрепиться вблизи достигнутого максимума на отметке 1.3016. В нашем прогнозе на четверг предполагаем попытку пары протестировать на подъеме уровень сопротивления 55-дневной скользящей средней 1.3064. В случае успешного пробития этого уровня последует продолжение подъема к следующим целям 1.3083 и 1.3128. Далее ожидаем возобновления снижения пары к целевым уровням 1.30, 1.2955, 1.2910 и 1.2874. Если же пробой уровня 1.3064 не состоится, пара возобновит снижение к вышеназванным целевым уровням от достигнутых на подъеме максимумов. Британская валюта пользовалась на вчерашних торгах умеренным спросом, что позволило ей продолжить восходящую коррекцию и вернуться к максимальным уровням предыдущего дня. Пройдя на подъеме от минимального уровня в Азии 1.5225 60 пунктов, фунт-доллар зафиксировал вершину на отметке 1.5285. К исходу торгов пара несколько откатилась от достигнутых максимумов, завершив торговую сессию на уровне 1.5266. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем попытку пары протестировать на подъеме верхнюю границу восходящего канала 1.5336. Далее ожидаем возобновления снижения пары и тестирования на пробой нижней границы канала 1.5278. Последовательное пробитие этого уровня, а за ним и уровня дневного разворота 1.5261, вызовет дальнейшее снижение пары. Целевые уровни снижения 1.5236, 1.52 и 1.5176. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на четверг. Вялые торги в узком боковом диапазоне практически не изменили техническую картину происходящего, сохранив основные уровни металлов на их прежних позициях. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту находится сейчас на уровне 1434 доллара за тройскую унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх откроет путь к следующей цели – 1444 доллара за унцию. Ближайший уровень поддержки металла расположился на уровне 1400 долларов. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение золота к целевому уровню 1382 доллара за унцию. Серебро в условиях малоактивной боковой торговли также сохранило предыдущие уровни поддержки и сопротивления. Ближайший уровень сопротивления металла находится на отметке 24 доллара за тройскую унцию. Если возобновится движение наверх, это сопротивление будет пробито, металл может подняться к целевому уровню 24 доллара 40 центов, а от него к сопротивлению на отметке 24 доллара 90 центов за унцию. Уровень поддержки серебра расположился на отметке 22 доллара 40 центов. Если котировки преодолеют его, снижение продолжится к целевым уровням 22 доллара ровно и 21 доллар 40 центов за унцию. В экономическом календаре четверга Япония представит апрельские данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж. Великобритания опубликует предварительные данные по изменению объема ВВП за первый квартал, а также индекс деловой активности в сфере услуг за февраль.
Испания отчитается по уровню безработицы за первый квартал. Предыдущий показатель 26%. А США, как обычно, в этот день выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений и повторных заявок за пособиями по безработице, а также индекс производственной активности от ФРС Канзас. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Аналитика от MaxiForex используется информационным агентством «Банкир.ру», ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка.